следующем году пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. Как идет подготовка и что нового будет в учете сельскохозяйственных сведений на будущий год, обсудили на заседании правительственной комиссии. Село в порядке, страна в достатке. Под таким лозунгом пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. В новейшей истории России она будет второй. И по сравнению с переписью 2006 года вопросник пополнился новыми пунктами. О применении сельхозпроизводителями передовых методов ведения хозяйства, о привлечении ими кредитных средств, получении бюджетных субсидий и дотаций. При сборе и обработке данных будут широко применяться самые современные технологии, а также планшетные компьютеры. Результат – повышение качества и оперативности работы переписчиков. Законом по инициативе Аграрного комитета Госдумы внесено предложение, что период между переписями будут проводиться микропереписи. Сбор сведений будущего года коснется всех сельхозпроизводителей. От личных подсобных хозяйств, дачников и садоводов до фермерских угодий и крупных сельхозпредприятий. В Чувашии ведется полномерная подготовка к проведению переписи. Готовится 8 списков объектов всероссийской сельскохозяйственной переписи. Выявлены и проблемы. По данным Росреестра, 2 770 000 фермерских хозяйств у нас имеется с площадью пашни 49,7 тысяч гектаров. Из них 200 ликвидированы, то есть не имеют статуса фермерского хозяйства, с площадью пашни 2,3 тысячи гектаров. Тоже по ним необходимо провести всю работу для того, чтобы определить, на чьих землях или кто это такие, являются ли они теперь фермерами или личными подсобными хозяйствами. Сельскохозяйственная перепись должна выявить не только слабые и сильные стороны агропромышленного комплекса, но и его реальный потенциал. Это позволит выработать эффективную аграрную политику на будущие годы. Татьяна Леонтьева, Надежда Якулева, Сергей Рябчиков, Республика.